всю Беловежскую пущу! Да-да-да-да-да! Помнишь, Жорик, нам Дедушка Мороз говорил, что в Беловежской пуще живут кто? Зубры! Да, зубры! О, ребята! Ой, привет, ребята! Мы сегодня поговорим про зубров! Да! Это такой большой этот зубр! Да! О! Сколько он весит? Помнишь, сколько он весит? Знаете, сколько он весит? Знаете, ребята, сколько он весит? Он весит 800 килограмм! А еще зубр может прыгнуть в высоту до 2 метров. Ничего себе! Вау! Такой большой! Да! А ты знаешь, кто у них самый-самый главный в стате? Ха! А у них эти лидеры самки. Да, и они, кстати, крупнее самца. А вы знаете, ребята, что когда зубр рождается, то он уже через пару часов может сам стоять на ногах, бегать там. Ничего себе! Представляешь, такая большая громадина. А потом такой вырос такой, 800 килограмм, и давай прыг 2 метра в высоту. Ого! 800 килограмм и 2 метра в высоту. Высоту? Это да. А представляешь, как они бегают и потом преодолевают всякие там ямы, перепрыгивают. Ого. Очень интересно. Да, 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 да. Ой. Вот, ребята, мы сегодня узнали про зубров, которые живут в Беловежской пуще. Да, да. И обязательно, ребята, туда съездите и посмотрите на них. Вот. А мультфильм? Ой, давай посмотрим. Давай. Так хочу мультфильм. Давай. Ой, все.